26 ноября на юге Кузбасса ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. Возможны слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью минус 16, минус 18, днем минус 11, минус 13. В Осинниках ночью минус 15, минус 17, днем 10-12 градусов ниже 0. В Мысках ночью минус 15, минус 17, днем минус 8, минус 10. В Междуреченске ночью минус 16, минус 18, днем до минус 12. В Шерегеше ночью минус 18, минус 20, днем минус 11. В Новокузнецке в пятницу будет пасмурно, местами пройдет снег. Температура ночью минус 15, минус 17, днем 9-11 градусов ниже 0.